А если с тегами все правильно, но просмотров все равно мало. Ребята, вы должны понимать, что приходит эра искусственного, она же пришла, искусственного интеллекта. И если вы сделали хороший видеоролик по какому-то запросу, то и пока мало просмотров. Ключевое слово «пока». Знаете, я не парюсь ни разу, вот у меня, грубо говоря, уже у нас на школе видеоблогеров 1 040 000 просмотров за год, а 1000 роликов. И там на одном ролике есть 100 просмотров, на одном есть 60, а на другом есть 20 000. Я не парюсь. Это, то есть, если вы будете делать хороший, полезный, интересный, качественный контент, то к вам люди придут. Это вопрос времени. Но не палите там какие-то там, не знаю, там горячку, не делайте там много разных там телодвижений. То есть делайте качественно. Это вот, это марафон. Это нельзя сделать. Вот это раньше можно было. Понимаете, вам не смотрите на лидеров, которые открывают. Представьте, если бы вот у меня есть канал, он сейчас по запросам там, вот видите там аудит сайта, анализ сайта. Я по этим запросам там топ-5, топ-10 по-любому, там каким там, допустим, аудит юзабилити сайта, я там топ-3, топ-1. Почему? Потому что у меня есть 600 роликов на эту тему, и там нет рекламы на этом канале. Но оттуда ко мне приходят люди, и каждый раз их все больше и больше и больше и больше и больше. Понимаете? Вы должны план, потому что у меня есть план. И разбито по ключевым словам.